Какая красота у нас. Ай-яй-яй. Вот сколько снега у нас. Ой, сколько снега. Красота. Ездить, конечно, тяжело на машине в такую погоду. И чистить приходится. Вот это два минуса. А все остальное круто. Какой снег у нас выпал! Только кому-то приходится чистить. Как вовремя пригодилась твоя курточка, пальтишка, да, Роксичка? Так вовремя. Нас тут City Hall обязывает всех чистить вот эти прилегающие дорожки, где типа люди ходят, но они тут, конечно, никогда не ходят. Рокси, там дорога, не ходи туда. Там дорога, иди сюда. Вот эти дорожки все драйвей, все мы должны чистить. Иначе они потом фотографируют и присылают штраф. Ну, немногие, конечно, этим занимаются. Да, они проезжают с дороги все. Они проезжают и трактором сбрасывают нам сюда весь свой снег. А мы его потом... сбрасываем обратно. В Канаде катастрофа в Ванкувере. Выпал снег. Третий день отменяют школы. Никто не ходит в школу учиться. Температура у нас в Ванкувере минус 2 градуса. Вот. И уже дети не ходят в школу. А я обожаю такой снег. Мы сейчас едем в магазин за солью дорогу посыпать. Потому что чистить чистим, а надо еще посыпать, чтобы не падать. Очень скользко. Все люди чистят, играются, дети довольны. Класс. Обожаю. Вот порадовала нас зима напоследок. Уже весна собиралась приходить. Завтра, до завтра еще будет. Я думала, сегодня последний день.
Хорошая зарядка. Вот это раскидай по дороге. Можно на фитнес не ходить. Вот эту кучу по дороге раскидай, пожалуйста. Ты не команду, я сама Что, нравится снег чистить? А? Нравится, да, снег чистить? Нравится. Слушай, ну ты целый паркинг почистил за 20 минут. Ты как трактор. Я сегодня его чистила где-то час, наверное, мы с Владиком чистили. Рисунок сделать на стене? Это Сити Холл чистит или это частник? Давай к нам на нашу сторону, nice neighbor. А то мы тут уже зачистились совсем. Идите там и будете, сзади не будете чистить? Не надо. Это глубина снега. Сколько сантиметров? Наверное, 30, да? О, вот на столе. Сейчас у нас Владик будет весь в синяках, и потом в школе скажут, что мы его бьем, и у нас заберут ребенка. Отдадут в приемную семью. Владик, ты хочешь приемную семью? Да. Тогда бей его, бей, Денис, закидывай его снежками. Ты специально ко мне поближе подходишь, чтобы за мной скрываться?